Бордоотводчик от компании Rectify. Приобрел я его на днях в Санкт-Петербурге. Ну, давайте приступим к обзору. Бордоотводчик, он же пароподатчик, служит для, соответственно, как следует из названия, отведения борды и подачи пара подогретого в тарелечную колонну или в насадочную колонну, у кого какая будет. Выбирать, в общем-то, из этих устройств, да, на рынке особо-то и не приходится. Выбирал я между компанией Rectify и доктором Градусом. Просто больше никто такие узлы на сегодняшний момент никто не делает. Почему выбрал Rectify? Ну, во-первых, есть паук, есть контроль температуры отходящей борды, контроль температуры кипящей борды в самом непосредственно узле. Вот сюда мы можем вставить термометр и увидеть этот термометр, во-первых, вот здесь, да, в трубочке. Вот он, красавец, мужчина. Вот. А во-вторых, мы можем увидеть его, соответственно, вот здесь. Вот он, тоже видать его. Придерусь, во-первых, потому что я работал с обработкой металла. Это вот чисто придирка моя. Вот здесь вот, если посмотреть, не сняты заусенцы. Ни здесь, ни вот здесь. Ни вот здесь, вот фасочку видать. Ни вот здесь. То есть, да, мы берем термометр, вставляем его в трубку, вуаля, он сюда заходит. И берем тот же самый термометр, эпс, а из-за заусенца ничего не получается. Единственное, что ребятам из Rectify я бы хотел, конечно, порекомендовать вот эту трубочку. Эта трубка, если вот так вот, ну как он ставится в колонну, да, трубка контроля температуры борды. Сделать ее все-таки не 6 мм, да, вот она 6-миллиметровая. А все-таки восьмерку. Почему? Потому что у меня, допустим, в планах, да, со временем эту колонну будущую мою автоматизировать. И я сюда хочу включить автоматики, щуп автоматики. Вот у меня щуп есть, это термопара К-типа. Вот, а она пятерка. И она, ну, соответственно, сюда как бы, ну, вообще никак, никаким катом. Можем померить размеры, если вдруг кто-то будет, ну, кто-то интересуется. 85 миллиметров высота. Ну, понятно, 51-я труба. В общем-то, вот такая вот игрушка-безделушка для взрослых, конструктор Лего. В процессе эксплуатации вот этого бордоотводчика Rectify я нашел два, ну, таких существенных для себя косяка. Первый косяк – это вот этот вот штуцер, гильза под термометр, про который я уже говорил. А второй косяк – то, что я покажу это наглядно. В расположении вот этих вот двух трубок должно быть наоборот. То есть вот эта трубка должна быть не снизу, а сверху. Почему? Чтобы полностью уровнем борды закрывать, ну, то есть проходное сечение вот этого выходного патрубка. Тогда у нас получается, что и термометр, сейчас у нас термометр, кстати, показывает температуру не борды, а пара. По паровой фазе, а не по жидкой. И когда у нас вот, ну, при использовании в штатном режиме, у нас половина паров вот сюда в виде пузырей летит в паук, в наш, и то есть мы наши спиртовые пары спускаем в канале просто так.